Несколько месяцев назад общественность была взбудоражена новостью в СМИ о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак. Пару подозревали в близости уже давно, но именно после развода певицы с мужем звезды стали проводить много времени вместе. На днях в сеть попало видео, снятое из-за кулис, как знаменитости исполняют финальную песню на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Пользователи сразу же принялись обсуждать, как стоявший рядом с девушкой, похожей на Лорак, Лазарев не смог скрыть влечение к ней. Ролик появился на инстаграм-канале инсайдера. На видео действительно отчетливо видно, как певец, немного пошатываясь в танце, дважды пытался обнять девушку, сильно напоминающую Каролину. Видно и то, как его рука скользнула по пояснице вниз. При этом артист настолько был увлечен коллегой, что целиком развернулся к ней, встав к зрителям боком. Пользователи мгновенно вынесли вердикт – Лазарев пьян. К слову, сомнений в том, что певицей была именно Лорак, у них также не вызвало. Часть пользователей даже не удивилась происходящему, объясняя это тем, что экс-участник Smash давно влюблен в Каролину. Если объектом внимания Лазарева была действительно Лорак, то очевидно, что ее бойфренд будет в ярости.